Несколько сотен люберчан собрал фестиваль красок. Яркий праздник пришел к жителям округа, прихватив килограммы цветной пыли. Пестрое облако окутало Наташинский парк. Оттенки Колорфеста подсчитывала Дарья Борисова. Фестиваль красок – развлечение для тех, кто не боится испачкаться. В Люберцах таких набралось 500 человек. Представители поколения Next не переживают за разноцветные пятна на майках и джинсах. Родители ругаться не будут, они тоже здесь. Серые облачка, да, решила детей вывести, порадоваться, чтобы праздник устроить. Здорово, весело, молодцы, устраивают, молодежь отдыхает. Что тебе больше всего нравится? Мне? Да. Мне нравится тут? Да. Краски! Краски! Раскрасить день люберчанам помогла команда арт-проекта «Вместе зажигаем». 100 килограммов разноцветной пыли они привезли с собой из Санкт-Петербурга. Своим пестрым праздником организаторы делятся с жителями 450 городов страны и убедительно просят не путать его с индуистским фестивалем Холи. Яркие краски – единственное, что объединяет события. У нас играют отечественные, так сказать, артисты, у нас нет индийских танцев, у нас нет сжигания холики, да? У нас то, что нравится молодежи, это фотографии в Инстаграм, ярких лиц, танцы, живое общение. То, чего им не хватает, особенно в летнее время, в отсутствии, так сказать, учебы. Фестиваль красок – частый гость в Люберцах. Долго ждать себя не заставит и на этот раз. Раскрасить округ арт-проект снова приедет уже 4 августа. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.